Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас повалять вместе со мной беретики. Беретики я валяла очень давно, когда только начинала заниматься войлоком, это было больше 10 лет назад, и делала это по общепринятому шаблону, круглый шаблон, когда выкладываете блинчик первый, который идет для макушки, потом переворачиваете шаблон и делаете блинчик с отверстием для того, чтобы в шапочку входила голова. В этот раз я решила поиграть с раскладками и сделала, в общем-то, берет по шапочному шаблону. Раскладка в один слой, быстрая раскладка и интересная. Береты получаются качественные, они их не стыдно, не то что носить, их не стыдно продавать, они очень функциональные, и это опыт, подходящий для новичков. По материалам, смотрите, этот берет сделан из шерсти 18 микрон, черный, и декорирован волокнами, нитями сари и волокнами ангелики, блестящим нейлоновым волокном. Это тоже нити сари, но в основе белая шерсть 18 микрон. В этом берете шерсть 18 микрон и сверху декорирована вискозным блендом. И смотрите, у меня у всех беретов форма такая, шапочки, да? А в основании круг. У меня форма верха, ну, не идеальная, скажем так. Я ее не вытягивала. У меня нет шляпной болванки. Я, в принципе, я не стремилась, чтобы они были гладкими. Мне нравится такая вот небрежная форма. Мне кажется, в этом весь смак войлока и заключается. Береты различаются по толщине. Толщина берета зависит от количества шерсти, которое вы взяли для ее изготовления. Черный берет весит 40 грамм, самый тяжелый белый 65 грамм, серый берет 52, ну, 53 грамма. Я рекомендую все-таки придерживаться на к общей толщине в 50 грамм шерсти. Это необходимо и достаточно. То есть шерсти вы берете 45 грамм примерно где-то и декорируете шелковыми волокнами. Волокон идет 5-10 грамм. Но можете взять 50 грамм шерсти и там, 5 грамм волокон. По шаблонам, смотрите, самый большой шаблон у меня 49 сантиметров в ширину и 65 сантиметров в длину. Коротенький шаблон у меня, я их, кстати, урезала постепенно-постепенно и пришла к тому, что, в общем-то, самый симпатичный вот такой вот круглый. Вот процент усадки. Вот посмотрите, как у вас должен усесть берет, чтобы вы считали его готовым. Манжет у всех беретов одинаковой ширины, 36 сантиметров. Ширина маленького 48 сантиметров, длина берета 46 сантиметров. Ну, вот около того. Примерно круг диаметром 48 сантиметров. И, в общем-то, можно приступать к валянию. Шерсть, которую вы будете использовать, вам нужно разделить пополам. Для того, чтобы у вас обе стороны берета были одинаковой толщины. И пасму я делю вдоль на 4-5 частей, чтобы были более деликатная тонкая раскладка. Если вы только начинаете валять, у вас небольшой опыт, я рекомендую взять и разделить 40 грамм пополам. У вас будут дырочки, вы лучше их потом доложите. Чем вы размахнетесь, потом будете добавлять, и у вас будет берет весить 60-70 грамм. Это будет слишком много. Поэтому вот 40, и потом растяните максимально 40, а потом лучше добавьте. Манжета берета. Я ее делаю вот в таком вот виде. То есть я прокладываю сантиметров 7, наверное, эта полоса у меня идет продольных волокон. И гораздо тоньше идет у меня слой, который идет к низу берета, тупыми концами вниз. А дальше идет вот такая вот хитро вывернутая схема. Я раскладываю только в одном направлении волокна. Я их раскладываю сначала по периметру. То есть вот это напоминает такое вот яичко, да, на подставочке. Вдоль этого яичка я выкладываю пряди шерсти. Все в одном направлении.
И все идет вокруг. То есть я формирую такой вот круг за счет того, что вот как вы грудь выкладываете, да, и вы, как бы выточки грудные формируются именно такой раскладкой округлости. А так получается, что у нас округлости по бокам, они обусловлены формой шаблона, но нам не хватает этой округлости, которая идет посерединке этого шаблона, и мы ее формируем именно такой вот раскладкой. Как видите, вот я вот не особо перфектно это раскладываю. Можно было бы, конечно, но поскольку я буду сверху декорировать волокнами, и это такой быстрый берет, то я, честно говоря, дырок у меня не было на беретах, поэтому, ну вот, я не особо усердствую над раскладкой. Я смочу потом, вы это увидите, смочу, намылю, и я увижу все огрехи, и эти все дырочки, которые у меня образуются, я их заложу. Берет делается реально очень быстро. Я на самом деле думала, что 2-3 часа. Но вы знаете, когда вы работаете дома, там вам то там курьер пришел, то, не знаю, чаю попить, то муж пришел там покормить, то кот еще что-то требует. И я думала, что у меня уходит там 2-3 часа. Но вот сейчас, когда я записывала видео для вас, у меня же время зафиксировано уже было на камеру, и я снимала все, вот просто вот нон-стоп. У меня получилось, что за час, в общем-то, я сваляла берет. Но я здесь не особо старалась с декором. То есть декором я здесь вот, ну просто вот самый-самый примитивный. Вот, по поводу декора, чем можно декорировать? Я сейчас такую вот, ну как бы, может быть, детскую тему вот такую предложу вам. Но почему бы и нет? А так, в принципе, можно декорировать вот что у вас есть, тем вы и декорируете. У вас есть маргеланский шелк? Положите сверху маргеланский шелк. У вас есть какие-то остатки красивого платка? Положите остатки красивого платка цветами там, или, может быть, какой-то сюжет у вас, или еще что-то такое. В общем, как вы привыкли декорировать, так и декорируйте. Я сейчас прервусь, потом про декор еще доскажу. И смотрите, у меня и получается, что я дугу довела практически до середины берета, и дальше мне эту дугу уже ну, просто неудобно раскладывать. И поэтому я это пространство заполняю опять-таки в один слой, только в одном направлении, только вдоль. Только вдоль. Здесь, конечно, секрет в этом еще простой, потому что когда мы сваляем берет, у нас оно как бы сядет по высоте, а по ширине мы его можем растянуть настолько, насколько нам нужно. Если, ну, во-первых, он валяется очень быстро. Вы можете его повалять, потом подсушить немножечко, выплоскать, подсушить и примерно как бы посмотреть, что у вас с объемами, примерить на себя, прикинуть и уже там решить, там, в каком направлении его доваливать. Сейчас же я... У меня ушло, наверное, 2/3 где-то той шерсти, которую я отмеряла. Отмеряла я, ну, там, может 50 грамм или 40-45 грамм я отмеряла. И я смачиваю, промыливаю. И потом я уберу сетку, и я увижу, где у меня образовались какие проплешины. И я их уже закидаю по факту. Если вы собираетесь покрывать куском цельной ткани, то, в принципе, какие-то такие, вы знаете, если будут маленькие неровности, ими можно пренебречь, потому что у нас такой ленивый и простой берет. Потому что ткань, она нивелирует все недостатки, дырки сквозной не будет, поэтому, ну, как бы, ну, маленькая дырочка, она добавит только фактуры. Такие береты, я думаю, что они очень актуальны будут, если вам нужны какие-то быстрые подарки друзьям. Допустим, вас подруга захандрила. Захандрила подруга, и надо подругу спасать. Что же делать? А вы раз так и за 2 часа ей сделали беретик. Либо у вас выставка. И на выставку вот я... по себе знаю, что я раньше делала такие крупные какие-то вещи, там готовилась,
А на самом деле нужно-то вообще было сделать какие-то такие мелкие товары, так какая-то мелочевка. Вам нужно попиариться, вам нужно потусить, заиметь какие-то контакты, а человеку проще потратить те деньги, которые у него на кармане такие незначительные. Поскольку билет не обременительный, тут, в общем-то, можно и незадорого их и продать. И вот смотрите, что у меня получилось. Я сняла, и я вижу, насколько у меня, поскольку у меня контрастный шаблон, я вижу все ляпы, которые я допустила. И такой метод я, конечно, рекомендую для новичков. То есть вы берете меньше шерсти, чем вы отмерили. Вот вы отмерили на берет 45 грамм, да? Вы возьмите 10 грамм, уберите как вообще, просто как НЗ. И растягивайте вот эти вот половинку, та, которая у вас получилась. Вот сколько можете тонко, столько и раскладывайте. Намочили, промылили, сняли сетку, смотрите, ой-ой-ой. И добавляете вот из того, что у вас уже было отложено, и то, что вы как бы для контроля себя вы отложили. И вы докладываете, забиваете все дырочки, которые вы сделали. Но сделать берет из 35 грамм я не рекомендую. Он будет все-таки нестабильный, он будет очень-очень тонкий. Вы все равно как бы для того, чтобы он обрел какую-то стабильную форму, вы интуитивно будете его доваливать. И вы его доваляете до какой-то необходимой жесткости, и он будет уже вам мал. И это будет тоже как бы не очень хорошо. Поэтому вот придерживайтесь цифр, которые были на весах, 45 грамм, да, 40, допустим, грамм, и покройте маргеланским шелком. Или 40 грамм и положите много-много волокон. Но на 65 грамм, вот по мне, он толстоват. Я бы все-таки хотела немножечко поменьше, полегче беретики. Ну, иногда, вот понимаете, случается так, что придется добавить там еще разочек, да, ну, вот буквально такие вот локальные. Не стесняйтесь растягивать процесс, он не слишком сильно-то и растягивается, но чем тщательнее у вас будет раскладка, тем проще вам будет потом валять. Сейчас я не буду жужжать, я сначала разложу вторую обратную часть, и потом уже я буду все это декорировать и зафиксировать шлифмашинкой. И вот сейчас мне нужно перевернуть. Сейчас я уже кладу пупырку, таким образом переворачиваю, и все, у меня обратная сторона готова к работе. Я раскладывала на первом шаблоне берета, да, потому что он чуть больше. Вот он просто компактно лежал, пупырка блестит как-то, ну вот я чисто вот для эффектности видео. Это, ну, просто такой вот ленивый прием, нужно было искать какую-то маленькую пупырочку, у меня маленькой не было, а большую воротить для видео тоже не хотелось-то. То есть я взяла старый шаблон только из-за лени. Ну и чтобы показать, что можно, в общем-то, работать на любых поверхностях. Таким способом, конечно, легче переворачивать, когда вы не хляпаете шаблон, не берете его за края, там, подкидываете в воздухе, переворачиваете. Вот, мне кажется, такой вот способ его переворачивания гораздо более симпатичен. Я завернула все краешки с обратной стороны на рабочую сторону и продолжаю ровно те же действия с этой стороны. То есть я раскладывала манжет в одном направлении и потом более тонкие перпендикулярную раскладку. По высоте этот манжет у меня 7 сантиметров, но как бы ориентируйтесь 5-7 сантиметров. Поскольку я подворачиваю внутрь, вы знаете, это вообще удобно, потому что довольно широкий манжет, он получается там в итоге около 3 сантиметров, он хорошо садится по голове, то есть он как бы вот как обод, он не сжимает, но он обнимает лоб, затылок, и он хорошо сидит. Если будет маленький, мне кажется, он даже и хуже драпируется. Но это я сужу по себе, а вы сделаете, вы в любом случае сможете отрезать, если что. То есть тут такие вот, я подаю вам идею, а эту идею вы можете облекать в своей фантазии настолько, насколько хотите. Я вообще больше люблю дать вектор, нежели задавать какие-то рамки, что вот
так или не иначе. И эти у меня как, мои рамки очень, очень широкие. Вы можете что угодно делать. Я вот, допустим, люблю работать только с белой шерстью. Вот я просто фанат, потому что она не окрашена, она пластичная, она, ну, очень хороша. Первый берет черный, вот это была окрашенная шерсть, и, конечно, ну, хоть она и 18 микрон, хоть она и с шелком, но все равно она мне нравится гораздо, ну как бы меньше, чем такая неокрашенная. Это немецкая шерсть, я ее покупала тоже очень давно, там, ну, может быть, лет 7 назад я покупала ее. Это не то 16, не то 18 микрон, она такая, ну, в общем-то, неплохая. Очень люблю соль с перцем или антрацит, это тоже она не окрашенная шерсть, она просто из разных пород овец сделан микс, и получается вот такие вот очень хорошие цвета. То есть вот серый берет, который показывал в начале, который вискозой декорирован, он сделан как раз-таки из этой шерсти. Она, ну вот просто она другая, она более пластичная, она такая вот как пластилин такая лепится и валяется из нее, тоже прекрасно. Но еще момент, я очень люблю красить готовый войлок, поэтому у меня есть какой-то запас красителей, который я периодически пополняю, и коллекцию держу, какой-то запас. И у меня очень много белой шерсти и белого шелка. И я делаю одежду, я уже не говорю там о каких-то аксессуарах, шапочки, там шарфики, я делаю белым, и потом я это все выкрашиваю в тот цвет, который мне хочется. У меня и палитра получается гораздо более богатая, я могу наслаивать цвета, и в готовых вариантах я, конечно, такие вот не цвета, мне уже сложно выбрать готовый цвет, он никогда не сравнится с тем, который вы выкрасили самостоятельно. И вот смотрите, я заполняла вот это пространство, арочку эту, да, уже, ну, как бы в обратном направлении, в общем-то, ну, нет никакой разницы, в каком направлении вы движетесь. Ну, вот, как рука легла, так и лучше. Мне еще удобнее раскладывать и правой, и левой рукой в зависимости от направления, поэтому, может быть, так, но я не задумываюсь. Но береты все получаются, они все носибельные, поэтому с какой стороны начинать заполнять эту арочку уже, ну, так особо смысла не имеет. Я бы все-таки рекомендовала, за что бы я все-таки радовала, да, отдирать от ленты более тонкие пряди, да, и выкладывать их с меньшим шагом. Допустим, если в промежуток, примерно там в 15 сантиметров, вы положите 3 пряди, это будет, ну, возможно, да, но у вас получится неравномерный войлок. А если вы вместо 3 положите, допустим, 6 или 7 прядей, у вас более тонких прядей, у вас получится гораздо более качественный войлок. У меня был мастер-класс по раскладке там с прописями, но я давно записывала его, может быть, качество потерялось уже, я думаю, что я его просто перезапишу, перезалью, ну, не перезалью, а просто сниму по новой. Он тоже такой базовый, он для новичков, для тех, кто только-только учится, и я выложу. Все видео будут храниться у меня в группе. И, то есть, если вы являетесь подписчиком моей группы в Фейсбуке, вы всегда эти видео найдете в общем доступе. Или на YouTube. Все ссылки на мой YouTube-канал, они будут под видео. И опять-таки, в ссылках на YouTube-канал будут ссылки на мой Instagram, на мой Facebook, на мой контакт. Но вот я почему-то больше я в Фейсбуке. Видимо, формат общения здесь более такой подходящий. Не знаю, как будет дальше, но пока так. Поэтому напишите, где вам удобнее за мной наблюдать. В Фейсбуке, в Инстаграме или ВКонтакте. В Фейсбуке, мне кажется, более удобный формат для того, чтобы задать вопрос, обсудить что-то, потому что это вот действительно такой формат, подходящий для общения. Плюс в Фейсбуке есть, я думаю, что нужно создавать темы. Допустим, вот я после этого мастер-класса, я обязательно создам, там, я не знаю, там через неделю мы можем устроить какой-нибудь
демонстрацию, какой-то модный показ, вы покажете, что вам удалось свалять, расскажете, понравилось ли вам свалять так, и сколько вам удалось свалять, главное, беретиков. Может быть, сделать какой-нибудь квест. Сколько беретов я смогу свалять за день. Будет, наверное, забавно очень. Я, конечно, очень скучаю по очным мастер-классам, но сейчас у меня мастерской уже давно нету. Ну, можно, конечно, арендовать, и можно как бы сделать какие-то такие вот очные мастер-классы, но тоже не знаю, когда это будет доступно уже. Смотрите, когда я подворачиваю на обратную сторону, уже когда второй слой у меня разложен, я не переворачиваю, не перешлепываю всю раскладку, я вот аккуратненько подворачиваю шаблон и как бы туда закидываю хвостики. Хвостики тоненькие, маленькие, поэтому вот как-то так. И сейчас смотрите, что нужно сделать. Я сейчас буду раскладывать, ну вот я пытаюсь подвернуть, сформировать краешек, да. Ну, во-первых, суховато, во-вторых, поскольку у меня вот справа как раз стоит камера, и я все время стою буквой ЗЮ, мне неудобно. Но вот на обратной стороне я покажу, как это лучше сделать. Поэтому вот этот момент вы можете не смотреть, это как бы не подходящий момент. И сейчас я покажу, как можно декорировать. Вот это у меня какие-то обрезки от старых проектов каких-то. У меня вот такой вот был кусок шелка, из которого я... Вот, можно вырезать цветы, допустим, таким образом. Мы вырезали из большого куска шерсти шелка такой вот, ну, условный такой примитивный цветок. И что вы можете сделать? Вы можете выложить вот такой цветок, а потом вот внутри же тоже цветочек, да? Вы из него тоже можете сделать такой вот с краями и положить где-нибудь рядышком. А можете то, что вы вырезали вот отсюда, выложить тоже в какой-то другой степени. То есть из одного куска ткани у вас получится два цветка. Плотный и контурный такой. Потом я вот взяла такой вот, ну, я, честно говоря, не особо заморачивалась с декором, потому что декор — это такое вот дело очень индивидуальное, и в данном случае я бы не хотела делать акценты на декоре, там, волокнами или еще чем-то. Для меня, кажется, главная идея раскладки этих быстрых беретов и однослойной раскладки, и вот именно такой вот с спиралью, которую потом можно будет растянуть и придать ей форму. У меня, поскольку уже с декором на данной стороне я завершила, я фиксирую все аппликации, которые положила шлифмашинкой. У меня Makita пятискоростная, я работаю максимум на второй скорости, потому что довольно тонкие у меня все-таки раскладки, и мне этого достаточно. Makita у меня была не всегда, когда я начинала валять, у меня была самая дешевая машинка, она ревела как зверь, она, конечно, была не такая тихая, как моя любимая Makita. Вот, и вот видите, еще одну дырочку обнаружила. Я не помню, что я с ней сделала. Можете заложить, а можете, ну, просто проконтролировать ее. И смотрите, вот сейчас я немножечко уже зафиксировала машинкой, и мне легче сформировать этот тонкий край. Я очень легкими движениями, ровный край, я буквально, вот видите, привожу в чувство, чтобы у меня было более-менее симпатично. И далее я уже шмякаю привычным способом шаблон, заворачиваю декор на обратную сторону и формирую какой-то вот, ну, какой-то рисунок. Ну, он очень условный. Вы можете заполнить все шелком. Я еще думала о том, что вот у меня такие яркие цвета, то есть синий такой, бирюзовый, яркий, желтый. Если вы хотите приглушить, возьмите, накройте сверху просто каким-то пластом маргеланского шелка. И все, он будет такой более акварельный у вас и будет очень симпатично смотреться. Я сначала пыталась сделать, чтобы более такой синий цветок у меня образовывал одно целое, а потом подумала, что это будет, ну, в общем, очень-очень абстрактно и очень по-импрессионистски у меня получилось.
Если работаете с волокнами, конечно, волокна нужно как-то приводить в чувство. На самом деле, я вот подумала, если уж как бы я там делаю такие серию простых мастер-классов там, для новичков, может быть, если вам интересно, вот у меня был запрос там, по-моему, про какие-то волокна, какими волокнами вы украшали. Вы напишите, пожалуйста, интересно ли вам будет попробовать, посмотреть, как я работаю там с декоративными волокнами, потому что с декоративными волокнами я работаю редко, да, я работаю с какими-то такими вот ровными, не очень фактурными раскладками, и с цветными волокнами тем более, я вот, ну, тоже лет 10, наверное, не работала. Поэтому, если интересно, я могу сделать маленькое видео. Напишите, пожалуйста, надо или не надо делать, и, да, может быть, какие-то конкретные волокна вы хотите, чтобы я вам показала, как работают. У меня, кстати, вот есть крашеные лэпс. Мне кажется, будет интересно посмотреть, как к нему почему-то очень так настороженно относятся. Я, честно говоря, тоже довольно настороженно. Он такой, ну, во-первых, он очень дорогой, и он не такой блестящий. Но в этом что-то есть, наверное, да. Мне всегда на первом этапе очень мало мыла. Я мыло добавляю довольно много. Я не готовлю мыльный раствор. В основном я работаю теплой водой, и кусочком мыла я домыливаю до той степени, до которой мне, в общем-то, это необходимо. Потом я буквально делаю несколько начальных движений, которые сваливают, начинают процесс уваливания, и я иду выполаскиваю. И тогда уже я домыливаю по необходимости, когда лишнее мыло удаляется с водой. И потом я уже дорабатываю до готовности с необходимым количеством мыла. Ну и вот сейчас наступает такой самый приятный процесс. Медитативный такой, когда вы гладите, когда вы работаете руками с этой вот такой пластилиноподобной массой. Смотрите, что я делаю. У меня шаблон еще внутри, и я такими вот легкими движениями, я держу сейчас войлок практически как цыпленочка. И скорость сейчас вдвое выше, чем я делаю. Но она довольно-таки уверенная скорость. Поскольку я уже прошлась шлиф-машинкой, и у меня первое сцепление прошло, то я сначала вот просто вот буквально чуть-чуть я начинаю двигать. Как только у меня войлок сдвигается, я начинаю, вот смотрите, сейчас вот видите, он немножечко еще прилипший к подложке, к шаблону. И вот видите, я чуть-чуть начинаю его приглаживать, и он уже сам диктует, можно ли ему действовать более самостоятельно в отрыве от шаблона, скажем так. Еще очень важный момент, когда вы вот сейчас вы приваливаете, вам нужно посмотреть, что, как у вас обстоят дела с ребрами, потому что вот эти ребра, которые обнимают шаблон, они часто образуют такие как бы наплывы, и эти наплывы потом превращаются в рубцы. Если вы этот наплыв видите, вам нужно его подтянуть немножечко и пальцами прямо размять, чтобы его не было. Размять, подтянуть очень аккуратненько, вот буквально такими вот движениями. Если вдруг у вас получилось так, что у вас получился прямо рубец такой жирный, вы аккуратно его по касательной срезаете и закладываете буквально невесомыми поперечными прядками шерсти. Накрываете сеточкой, промыливаете, убираете сеточку, жужжите шлиф-машинкой. Все, вашего рубца нету, вы его истекли. И вот смотрите, все, я готова вынуть шаблон. Я убираю лишнюю воду, потому что воды, как видите, много, очень много. Я ее убираю, и не то, что и как бы я не отжимаю досуха, я отжимаю так, чтобы вот можно было, видите, он такой легче стал, во-первых. И теперь я делаю вот все на плоскости. Можете делать вот так вот, прогладить его весь ладошками для того, чтобы, ну вот он стал более плоским. Но
хотите плоские, вот чередуйте вот такие вот терзания по пупырке, кидание и выглаживание между ладошками. Но я хочу фактурный берет, я хочу быстрый берет, поэтому я его валяю только вот таким вот способом. Смотрите, у меня пупырка. Пупырка у меня гладкой стороной кверху. Все вот эти вот неровности, они у меня внизу. И смотрите, вот сколько мы поваляли. Мы поваляли буквально, не знаю, там, 2 минуты. Смотрите, видите, что произошло? Насколько он стал уже меньше. Осталось нам совсем немножко. Сколько раз я кидаю? Я кидаю, ну, не сильно, первые 50 раз. Потом я тереблю по пупырке. Потом я около 100 раз вот так вот кидаю без усилия. То есть, как бы с небольшим ускорением, скажем так. Можно поронять первое время. Если вы только начинаете валять, я рекомендую сейчас вот его, вот с момента, как я примерила на шаблон, пойти прополоскать и проверить, нет ли у вас дырочек. Вот смотрите, я его прополоскала. После полоскания, видите, он еще немножечко подсел. Теперь мне нужно его проверить, нет ли у меня дырок, растянуть макушку. Макушка у меня немножечко вытянулась, у вас тоже она может вытянуться. Вам нужно сделать более плоскую макушку, чтобы она превратилась, как будто бы мы валяли берет на круглом шаблоне. И в этот момент вы можете потянуть. Вы заводите либо кулачки внутрь, либо вот так вот берете и растягиваете. Вот смотрите, видите, уже у нас получается форма, да? Как будто бы внутри у нас шарик. И край. Край, ну, более-менее. Ну, сейчас еще... Я на край сейчас вообще не смотрю. Я просто проверяю, какая у меня ширина. Смотрите, я стремлюсь к тому, чтобы берет был увален примерно до 52 сантиметров внизу по объему. Как только я доваляла до 52 сантиметров, я растягиваю до необходимого мне объема и немножечко побольше, потому что когда он высохнет, он станет меньше. Но сейчас, когда вы растянете, у вас ваш край, который был не идеальным, он станет вполне себе годным. Я сейчас после полоскания я добавляю тот мыльный раствор, который я отжала, и немножечко еще промыливаю. Но вам нужно смотреть по состоянию. Видите, я как бы много воды. Сейчас эту воду я опять уберу. Благо, это процесс очень простой. И вот таким вот мыльным, но без особой влаги, я опять кидаю. И так вы вот кидаете и теребите его до тех пор, пока вы его не сваляете. Процесс занимает, ну, минут 10-15, где-то так. Очень-очень быстро, потому что там у нас 40 грамм шерсти, там вообще нечему валяться, там оно валяется просто от одного взгляда только. Я завожу руку внутрь, и я вот таким вот образом я его доваливаю. Ну вот я сменила пупырку, я взяла икеевскую пупырку для того, чтобы, ну, чуть-чуть побыстрее процесс пошел, потому что дает жесткое сцепление. Я не то, что прямо вот притираю, но идет касание такое, да, но все-таки касание, оно такое более существенное. Видите, такое зерно у меня. Я хочу, чтобы он был фактурный берет, но он может быть фактурным, почему нет. Видите, вот сейчас нужно просто убрать вот эту вот пимпочку, которая образовалась, да, ну, такая шишечка, да, она как бы не хвостик, а шишечка. Кстати говоря, вы же можете добавить хвостик при раскладке, просто вот заложить хвостик на самом начальном этапе, и будет у вас беретик с хвостиком. И на икейке я скорее доваливаю вот этот вот низ, манжетик беретика. Мне удобнее на нем выложить и довалять. Я повторюсь, что я доваливаю до 52 сантиметров, примерно где-то 50-52 сантиметров. И потом я
растягиваю, ну, можно растянуть до 60 и высушить. После сушки он станет чуть-чуть меньше. Если вы сделали там 60, и после сушки он на вас все равно велик, возьмите, просто локально доваляйте, и будет вам счастье, будет тот берет, который вы хотите. Я, кстати говоря, сушу, ну, можете чем сушить, вот вы прополоскали, завернули в махровое полотенце. Я некоторое время назад купила центрифугу, просто вот локальную центрифугу, она у меня, если я не пользуюсь, стоит на балконе в шкафу хозяйственном. А так вот, когда нужен промежуточные такие вот этапы, там особенно хорошо, когда одежду вы делаете, и вам отжимать полотенце, это, конечно, мука. Но зато отжимает прямо досуха, и мне очень нравится стирать трикотаж шерстяной и кашемировый, потому что машинка, почему-то мне машинка вот не очень нравится, как она стирает шерсть. Это особенности нашей машинки, хоть она там и сименсовская хорошая, но вот с шерстью у нее какие-то нелады. Проверяете, выравниваете. Поэтому я просто замачиваю в каком-то тазе с теплой водой мыльной, и потом я центрифужу, и все, вещи, они как бы высыхают быстрее, чем после машинки, почему-то и отстирываются лучше, ну и потом контролируется отжим. И смотрите, у меня уже практически готов берет. Я формирую вот такой вот растяжка. Видите, я растянула, у меня круг. Есть немножечко такая вот овальная такая вот под голову, но в принципе у нас же голова-то круглая, это в общем-то логично. И получается она как шляпка. Вот я честно скажу, что мои береты очень хорошо драпируются по голове. Меня мама увидела берет, сказала, говорит, тебе очень идут шляпки. Но на самом деле я думаю, что просто это форма шляпки, которая идет, и которая, если она идет мне, то значит она идет, пойдет и вам. У вас вопрос, как ее... Я подравниваю просто, видите, я пальчиками подтягиваю те места, которые нужно довести до одного какого-то знаменателя. И, в общем-то, и все. Берет у меня готов. И, ребята, пожалуйста, давайте сделаем какой-нибудь флешмоб или какой-нибудь этот, как вам понравилось валять берет, понравилось ли и сколько беретиков вы сваляли после моего мастер-класса. Я жду ваших комментариев, я жду ваших пожеланий и обязательно устроим какую-нибудь тусовку беретовую, береточную тусовочку. Все, спасибо вам за внимание. С вами была я, Козырева Юлия, и жду вас у себя на канале, в Фейсбуке, на Ютубе и везде, где вы только меня можете найти. Я всегда вам очень рада.